Борьба за бронзовую медаль. Арбитр на татаме Заболотных Евгений, судья республиканской категории. На татаме была спортсменка в белой дзюдоге Коробчук Ольга, 2003 года рождения. Второй спортивный разряд представляет Красноярский край, город Назаров. Дзюдо начало заниматься в 2010 году. Костер Запакова, Валерия Прокопьевича. Продолжаем заниматься по дзюдо-боровке. Наивысшие спортивные достижения. Первое место. Первенство Сибирского федерального округа и бронзовая медаль спартакиады учащихся 2019 года. В синей дзюдоге Вака Наталья, 2003 года рождения, кандидат мастера спорта, представляет Москву. Дзюдо начала заниматься в 2015 году по Соколовой Инне Павловне. Сейчас занимается под руководством тренера Соколовой и Крупицы. Наивысшие спортивные достижения серебряный медаль спартакиады учащихся 2019 года. Внимание тренеров, спортсменов, занявших с 1 по 5 место. По окончанию церемонии награждения всех весовых категорий вы приглашаетесь для встречи со старшими тренерами на трибуну у татами 2 и 3. На третьем татаме белым кимоно Пафанова Вероника, 2003 года, кандидат мастера спорта. Представляет Ставропольский край, город Михайловск, общество «Динамо», тренер Забирка Александр Вадимович. Лучший результат, первое место в первенстве ЦС «Динамо». Занимается с 2010 года. Синим кимоно Аршулюк Екатерина, 2004 года. Первый мужский разряд. Московская область, город Пушкино. Тренируется под руководством Орлова и Иванова. Первый тренер Орлов. Лучший результат первенства Центрального федерального округа, первое место. Занимается 2012 года. Победу одержала Лапина Дарья, Москва. И стала обладательницей бронзовой медали весовой категории свыше 70 кг. Идем на третье татами. Там у нас продолжается поединок. Но вот здесь
преимущество. У дзюдоистки в синем кимоно. Минута, вот сейчас пойдет последняя минута. Аршулюк. Екатерина, Московская область. Ведет оценку Вазари. На последняя минута встречи. Ну вот, девушки в белом кимоно. Кафанова Вероника, Ставропольский край, город Михайловск. Северокавказский федеральный округ, кандидат мастера спорта 2003 года рождения. Вот сейчас опять зашла на прием Екатерина Аршулюк. И вот второй шида получает Вероника Кафанова. Тренер Забирка Александр Вадимович. Первая была на первенстве ЦС «Динамо» в 2019 году. Аршулюк Екатерина, дзюдоистка в синем кимоно. Вот сейчас пытается обратно. Но нет, не получается. Вниваза. Я думаю, здесь также времени не хватит. 2004 года рождения. Это вот дзюдоистка в синем кимоно. Город Пушкино, Московская область, Центральный федеральный округ. Иванова и Орлов тренируют ее в настоящее время. Орлов первый тренер. Победительница первенства Центрального совета Центрального федерального округа. Вот еще попытка. Ну, вот такой послужной список участницы в синем кимоно. Она выигрывает эту встречу. И вот к ее достижениям добавится и бронзовая медаль первенства России среди девушек до 18 лет. Аршулюк Екатерина побеждает и завоевывает бронзовую медаль. Приготовиться. Серия Корнилова, Челябинск, Коршунов Вячеслав, Свердловская.